Макгрегор, иди сюда, к осадке. Седер, иди сюда. К звезде подойди. Садись в звезду, будь с пассажиром, Макгрегор. Седер там сел уже? В звездочку? Да. Да. Ну все, Макгрегор, садись, знаешь, что там делать? Да. Так, кто у нас еще остался? Консквирит. Ну садись в звезду, Консквирит. Пассажирам садись. Знаешь, что делать или объяснять? Ну там, генератор защиты использовать, когда осадная машина подъезжает к боссу и избивает косты боссу. Противовоздушные ракеты и выстрелы из пушки просто по боссу юзать. Так, кто водителем? Мэджик, садись. Сторожила, садись в звездочку. Ты знаешь, что делать водителем в тачке? Три скилла, короче. Первый тебе не надо, второй электрошок, запомни. Если я во время боя скажу тебе сбить каст, ты должен подъехать к боссу, нажать этот электрошок, каст собьется у босса и сразу отъехать от босса. Все, это вся твоя задача. Если босс едет на тебя, там будет стрелочка показываться, что Левиафан преследует там старожилу. Ты, короче, разворачиваешься от босса и убегаешь. Уезжаешь. Ну, там у тебя третий скилл называется паровое ускорение. Юзаешь его и уезжаешь. Вот, попробуй нажать. Так, кто еще без машин? Олег, я в машине, но я один. Так там Седер должен сидеть. В другом месте надо сидеть. Кто сидит? В другом месте, говорю. Сейчас. Подожди, а кто у тебя в тачке сидит? Я один. Пересядь в пушку. Седер, ты где? На острове Насадми. А, вот в звездочке, что ли? Нет, которая стоит левее, правее. Там есть кто-то? Грегор. Там нет Макгрегора. Мне показывает Макгрегор. Вот сейчас тебе показывает еще. Ты забагался, наверное, не? Ко мне Даня сел. Я в звездочке. Что, стреляю? Так, кто еще? Ну, садитесь в остальные осадки. Уже звездочку. Джаспанк, садись в звезду. Будешь пассажиром. Знаешь, что делать в пассажирском месте? Я уже по третьему кругу объясняю. Генератор защиты там. Йоксель, садись в звезду. Бровер, садись в кружок. Слева от тебя. Йоксель, знаешь, что делать? Гровер, да, водилой. Гровер, у тебя появилась моделька, когда ты сел в машину, моделька внизу справа под картой. Выбери место пассажира и нажми на него. Так, все. Да? Да, вот так. Мэджик, садись в кружок. Так, осталось на трофейке. Жерин, ты тут? Анархихатурист, ты здесь? Садись в, скажу, звездочку. Короче, блин, просто что-то я устал каждому из вас объяснять. Это лайт режим, просто за рганом поклацать и там скиллы. Просто ничего такого не сделать и плохого, мне кажется. Кралька, давай сюда быстрее. Портал уже открыт, нужно было юзнуть портал. Пусть мы делаем лайт режим, когда ты так долго объясняешь, погнали уже. Чтобы в следующий раз не так долго объяснять было. Все, мои пушки ХП показывают всего лишь 12 тысяч.
не знаю. Баб какой-то. Джерин, садись в чоппер садись. Кралька, садись в чоппер. Бля, Кирюха, слышишь, ты бы забагался с АД. Жмем это в 4. Не релогируйся. Так. Анархотурист, вылазь из машины. И жди, пока Киря первый сядет в машину. Кира, лога, вылазь, вылазь прямо сейчас. Анархотурист. Что там трофейка стоит? Что там никто не сидит? Не знаю. Ну, хотите, Кралька, Джерин, садитесь в звездочку. Трофейный разрушитель. Чоппер свободный один стоит. Кто-то в чоппер сядет. Кралька. У нас, не, у нас 23, поэтому он свободный стоит. Понял. Турист, вылазь из осадки и жди, я тебе скажу, когда залазить. Вылазь, вылазь, жди, сейчас Седер зайдет. Он первый сядет, потом уже ты. Любом начинать. Да, Будялин, не забудь повесить этот. Прикройте. Садку. Или ты бы прямо стоит. Анарх, садись в звезду. Все, все забагались? Ну, не забагались. Блин, бы колчудана, нет энергии. Так, что, никуда садиться? Да все, ты же уже сел. Не сел он. Пересаживайся. Подожди, вылезь, анархотурист, вылезь. Из тачки. Да, так, бери его от стены. Все, Седер, садись в звезду, в осадку. И пересаживайся на пассажирское сиденье. А на пассажирском уже кто-то сидит. Да сядьте все, и все. Пересел, нет, Киря? Да там занято уже. Там чем занято? Макгрегор сидит. Хорошо, Седер, садись просто водилой будешь. Анархотурист, садись в чоппер, вон сзади. Давай я сюда в чоппер, просто водил, у меня ни разу не было садки. Поздно уже. Быстрее, быстрее, анархотурист, занимай место. Красава, опередил Седера. Хорош. Никак ни разу не было, занято. Тем погнали. С возможно ивент. Плохо запустится, нет, вперед. Такое. На чоппере просто ездит. Чоппер. Занимайте, блядь, опять занимайте, короче. Пошли, я сам скулю. Как сидели, так и сидите. Да-да-да, все то же самое делайте. Блядь, как в GTA сейчас драйкится машина. Сейчас подождите, не едьте никто. Подождите, не едьте. Один чоппер. Один чоппер будет начинать. На, нет, ты не в этой пушке сидел. Ну я бежала за васабом. Батя, давайте, подъезжайте, сейчас запустит уже. Сейчас, блин, подожди. Едьте быстрее, блядь, Иван сейчас запустит. Стоит. Она не двигается. Да, не должен босс запуститься, он должен просто выйти, я не, ничего не делаю. Едьте быстрее сюда. Опять забагалось, короче. Нажимай FM4 и, короче, жди, пока убьем Левиафана. Да, я не жди. Ко мне кто-то сядет. Я тебе пишу, ты где? Бибов, короче, я без водителя. Ко мне села кралечка, Дианочка, солнышко. Уже не села. Ну, вы можете нормально садиться, то есть сначала садится один человек, он пересаживается в пассажирское место, потом уже садится водитель. Все, тогда ничего не забагается. Кого еще в разрушителе? Главное, чтобы разрушители были укомплектованы. У кого места еще? У меня есть пассажирское место еще. Реал Прайд или кто ты? Да, все правильно. Иди сюда, свободный человек, кто-то с чоппера власть. В центре практически. Дай мне ассиста, я поставлю метку. Мне не заходить, нет. Вот, пересаживайся, Реал Прайд, на пушку. Заходи, пока есть время. Все, и теперь Стим залазь. Повороте опять сдохнешь. Седер. То куда мне сесть? Подожди. Да хоть куда тут, свободных машин куча. Ты забагался. Куда сесть, я ж не знаю. Я сейчас бы наливаю фани, полчаса торчать в этом режиме. Полчаса прошло еще.
Я на пассажирское место сел. Куда? Высадиться? Я вам вдвоем предлагаю к сельдранной повороте просто выйти и не заходить на этого босса, а мы убьем пока его без вас. Да, может начнем уже, я умоляю. Так я на пассажирском месте, причем тут я умру? Где я умру? Ты умрешь, сэр, босс за то, что босс вообще кто-то. Пошли, босса пульбин. Алло. Повесь проклятие. Верем, подъезжай, там ближе к сюда нам не достает. Проклятие, отлично. Убирай кончик. Вот ты умер, молодец. Сразу сказал, лепся ли, поворот не дохнул. Понял, хапает. Наня, подбери кончик, да. Что там за? Ну, Вова, даже, смотри, вы все стакаете типа десяточки. Чё так? Что так быстро? Не делали орбита фи? Да, вот сейчас сделали. Орбита фи? Да. Нарыч, да, надо. А, блять, орбита фи сделали, Джерил, да, да. Жаль, сразу на стаковую не стоите там. Пошли на острокрылую, быстренько убьем. Пойдем дальше. Я же спросил, куда сесть? Там столько было свободных машин. Ты вот не видишь, что я сел. Я и сел в свободную машину. Че пробивать? Пушку, да? Какую пушку? А у тебя были активные панельки? Это все на мейн рулит? Надо не на посланника, на посланника, пацаны, дай мне на танка, у вас шмотка. Совы нет? Пусть зон, пусть мой забирает. Я сова. Все, ГЦ с первым боссом пошли. А вторую, первую шмотку ты кому отдал? Пепперу? Да. Ты хочешь и вторую шмотку себе забрать? Да, последняя шмотка. И та, и другая. Пеппер, тебе надо на танка? Mm-mm. Передашь? Не. Ладно, пошли сюда. Так, кто у нас танки? Цендер, да? У нас нету протопала. Если Цендер с пятницы будет. Надеюсь, мы его вверху жали? Не. Никсель, сомнуйся. Давай. Давайте по бафам. Пеппер. Кулаки, кресты, Седер, каски. Три хила, Эрдро, Эршам. Упал. Давайте фул баф. Я пока сейчас чекну, если танки готовы, я запускаю. О. Войт и Седер танки. Хилы готовы, пошли. Кто не кто первый раз вообще в ульде? Я. Старожила, тебе просто. Вам просто надо бить трэш, который сейчас будет выходить с домиков. Только следить за грош, чтобы вы не умерли. Выходить с луж, который будет появляться в комнате. Лужи выглядят, ну, такие синие лужи маленькие, вы увидите. Вот и все. Самый легкий босс. Один из самых легких. Олег. Вот, вышел трэш. Видите, его надо вслить. Сначала подождать, пока танк на агрит. Вот Пеппер, например. Не знаю. Где-то. Босс Седер и Войт у нас дрочит как-то. Непонятно. Ладно, банановая. Давай, вставай. Я тебя поднял. Поднимешь он тайма. Может, бывает, если не следить за своим агро. Давайте фулбаф по рейду опять.
Джерин, спугим на ману. Ждите, пока танки нагрят. У нас не Джерин танчит, а Войт и Седли, поэтому ждите. Дайте пристабав. Джерин, дай пристабав. Угу. Куча трэша. Не бейте пока. Не бейте трэш. У нас один, два танка. Подождите, не запускайте игроку. Надо добить трэш. А теперь можно бить трэш. Сидите в одну точку. Что, не понимаете, что лучше в одной точке все залить, чем в двух точках? Пошли запускать босса. Сейчас он спустится. Мы будем бить его. Мастер ауру, у тебя есть пеппер? Тогда ставь на огненную ауру. Давайте рос, будем бить босса. Давайте рост. Это КД. КД? Ну, он на рейде. А стопы, потому что машины. Мы же не давали рост. Не, ну я давал. Ну, да. То есть дебаф на машинах он сможет. А, короче, рост на машинах можно не давать, это такое. Главное проклятие повесить. Кто на насколько по очереди там идет? Крис Пеппер. Это сейчас пока дебаф висит, пойдемте робота убьем, а потом через телепорт к Игнису сразу сюда вернемся. Как вам идея? Не, давай сначала этого убьем Игниса, потому что сделаем сердце до сейчас. Надо кому-то. Кинни. Ух ты. Какая классная трения выпала. Ролим РДД. Хорош. Так, что вы хотите нас сделать на этом Калагарне? Наверное, бессмертие? Да, давайте бессмертие сделаем, пожалуйста. Слава, я нашел, кидай трейд. Так, короче, это прошлый рейд за весь инст мы сделали. У меня тоже Калагарн не хватает. Так, потом, когда все сделаешь, дадут дракона, да, вот или как? Не, это просто тачу. А? Два не дается. Давайте танки, чё вы, раздупляетесь или нет? Я логаюсь. Макгрегор, давай спекнись, помоги потанче тоже. Я надеюсь, в этот раз никто агро не сорвет. Тут потому что Макгрегор забыл сменить власть на лед. Нет, на другом боссе было. На Калгаране тоже агро сорвали. Не, на Калгаране просто умер танк.
Так, давайте еще раскалыватель сделаем. На этом чаре что-то нету, и это чего я смотрю. Так, где она тут? Вот она. Перенеси седра и войда в одну пати. Седра и кого? И войда, чтобы в одной пати они были, желательно в первой группе. Макгрегора просто поменяй седра и все. Так, у нас проблема в том, что нету крестов, надо взрывом разума убить. Ну, у нас есть один крест? Так это херово. Так не аккуратно. Ну так одного креста достаточно взрывом разумом выбить? Дается на 10 человек. На 11. Ребята, кто-то ауру сосредоточение уберите на комнате. Поставьте шкаф. Кто может на ретрика зайти на престол? Кому ничего тут не надо или просто так по фанам боссов бьете? О, гоу на ретрик, а то, по-моему, у нас и так 3 совы. Бананова, заходи лучше на... Вон, Steam, заходи на ШП. Кому... ЕП только на этого ДК начислите. Зайдешь потом на ДК и ЕП накинем. Сейчас, подожди, присуманим ретрика. Тогда ты, Седлик, бафаешь кулаки, а Пеппер просто кресты. Компону, ты мне пишешь? Просто я не про тебя говорил. Тыкать и носу. Кушать рыбу. Убить, да, взрывом разума? Да, бей, потому что один ретрик всего лишь. Давайте бафаем рейд. Кого чего надо еще? Все, пошли начинать. Жмух, ты нажмешь МС-ку? Да. А ну прожми, я сейчас посмотрю, собьют мне касты или нет. Не, она даже не подкидывает, если грамотно нажать. Жал, кастуйте, кастуйте. Да. Не подкидывает. Захильте Бананова. Анархотурист, хиль танка и метку, череп, если кого-то хватает. Архатуре захиливай череп. Это он таргет меняет или это агро так срывает? Таргет меняет. Когда он хватает человека, он просто таргет меняет. Ну, он же спанка схватила, поменял таргет. О, вот, подведи босса под этот, под бассейн, чтобы мы чего сделали с этим, с мобами. Стопка. Стопаните по боссу, давайте подождем второго моба, сделаем отчего дополнительное. Не бейте босса. Подводи под бассейн босса. Я
Трой моб вышел. Забирай его и давай делай раскалывание. О, подводи, подводи под этот ковш. Ждите, но не бейте босса пока, подождите. Не бейте босса, ну зачем, вы что, не слышите? О, все, иди, запускай воду, Седер. Блоком вообще, по-моему, все равно. Да. Все, тебе можно добивать. Ничего чего не сделалось. Так надо убить этих мобов, которые, по-моему, нет? Нет. Они там убиваются автоматом почти. Ну подбить один РДДшка подбивает желательно ШП. Доты навесили или маг. Так там, там один паладин, ну, протопал справится. Что-то не то Седер сделал, походу. Значит, Кирюха не его нанес урон. Потому что он не запихал их в воду, не потушил. В смысле не запихнул? Они зашли и становились там. Алло. Нет, они стояли рядом с бассейном. Да, типа мобы заходят в воду, ну они типа охлаждаются, перестают бить, и надо, чтобы по ним кританула. Ну, типа, убиваются два моба, наносят, типа, уешные дамаг и все. Но походу мобы типа не зашли в воду и не закаменели. Я не видел этого, я в ковше был в это время, так что хер его знал. Я видел, что они рядом с бассейном стояли, и они раскаленные. Давайте хардмод сделаем здесь. Босс будет запустим. Ну и что это было, зачем вы это сделали? Что тут делать, протопал? Трэш собирать. Сейчас появится сердце босса, выйдет трэш. Мы будем играть в сердце. Ты собираешь трэш. Бля, придется хорошенько захиливать, 3 хила только. Все, давайте, сыграли в сердце, его надо слить. Седер, иди пока собирай трэш. Бля, 3 больших моба, не бейте пока трэш, пускай соберет. Пока она агрит. Сердце добили. Так, хардмод запустился, смотрите, на ком будет темная метка, выбегайте с рейда. Давайте сначала в трэш сыграйте. Подведите только трэш в рейд, пожалуйста, да, не ошибка. Троне держите. Так, повороте, выбегай с рейда. От повороте отбегаемся. Если метка будет в рейде, всех засосет в эту метку, появится лужа, и лужа будет наносить урон. Идеально выбегает. Смотрите, вы можете просто на рейндж все выйти, чтобы не нужно было всем постоянно отбегать с центра от метки. Мэджик, прожми. Я посмотрю. Так. Нормально. Глыба снимает метку, но появляется лужа сразу. Выбегай с этой лужи, Мэджик. Все падает? Да. Гровер, выйди с метки. Гровер! Гровер! Почему ты так медленно выбегаешь? Ты не видишь метки на себе? Каким мне имя? Зарел Прида, прожми глыбу. Прожми глыбу сейчас. Никого не перетянуло. Видишь?
На, не, глыбу прожми. Глыбу прожми. Сними глыбу, дамаж. Смотри, на трех магах кинулась эта метка. Манелтер, прожми глыбу. Даня, тебе васап не дамана, нет? Но. Нам не хватает 7 лямов дамаги. Гровер, выйди с меткой. Кстати, эта магия дамажит этим силой природы. Можно ставить тотем или брать ханта. Сапоги надо кому-то? Стойте, подождите, не агрите трэш. Жезл рулим. Меткость. Сейчас всех дождем и начнем. Давайте. У кого-то есть ДЦ? Портуемся в вестибюль. Последний портал. Вставай, нарха. Теперь очень интересный вопрос, зачем ты это сделал, Кири? Романа не было. Потому что Дрит еще был. Куда? Дрит еще был. Который сдох при пуле? Который сдох, анархист. Да. Эти фулбаф, пристабаф по другим там и так далее. Дай обмен. Давайте агрите. Не, Стерван, будь в ШП. Подходите все под босса. Вот страж. Этот страж Ауешит, да? Рядом. Смотрите. Да, он прыгает, как уебок. Давайте под босса становимся все. Ебаш Джан стайл. Подымите Манелтера. Грегор, спекнешься на этого босса в танка. Я уже. Чеслава, просто вот правого ремонтника иди сюда и хваткой вытягивай его. И играйте все в него точечно. Танку, пожалуйста. Лап. Просто крестом. Вытягивайте звезду. Хваткой тяни. Просто в него играйте точечно. Всегда этот раз, что так и сливайте. То падать, дохнуть не будет. Все, теперь можно голема тянуть. Тяни голема, там железный ремонтник не сагрится в это время. То. Что в предложении тянуть голем означает, что надо агрить ремонтника? Ну-ка,
кажется, на совете мы не сделаем ни смерти. Повороте ты здесь? Так, давайте сейчас будем убивать последнего Малгейма. Где-то чего у нас? Кто-то помнит, как мы убивали Малгейма последним? Это такой длинный чувак, босс. Да, помню. Там мы уже становились. Фиолетовое оружие надо дать туда АУЕ. Всем. Да. Всем вот подоебись. Рослый, да, такой? Давайте, я скажу. Кушайте рыбу. Сначала будем убивать Брундира, звездочка. Пожалуйста, позбивайте косты этому боссу. Сделаем дополнительное ачиво. Кролики нет. Сейчас зайдет ДЦ. Первого будем Брундира сливать, второго Сталилома, третьего Малгейма. Звезда, кружок, потом череп. Брундира танчит Войд, Сталилома Седдер, Малгейма череп. О, блин, Малгейма танчит Макгрегор. Так, на последнем боссе. Я скажу выйти на рейндж, вы выходите на рейндж, и босс будет кидать порталы в комнате на землю. Прям такой появится маленький синий кружок. С этого синего кружочка будут выходить мобы. Если они доходят до рейда, то они ауешат весь рейд. Там их штук 5-10 будет. Если все дойдут до рейда, то это будет вайп. Поэтому, как появляется этот синий кружочек, прямо в него начинаем ауешить. Там выделяем этот синий кружочек и грозой, там что там, звездопадом, огненным дождем, что там, какие есть еще скиллы у магов, у локов. Золотой дождь. Да. Макгрегор, если появляется возле босса эти кружочки, ты его отводишь как можно дальше. Мелики продолжают бить босса, а РДД заливает вот эти кружочек. Вот у с которого будут выходить мобы. У Кампины, короче, синего цвета вот этот меч, да, походу? Ну-ка посмотрите на Кампину. Синего, да? Чё? Лок такой Кампины есть. У него синенький меч такой красивый, да? Да. Ну вот. Мне казалось, этот покажем. Цвет фиолетовый называется. Лапку друиды, да? Фиолетовый. Слушай, я не понимаю, почему я взял этого чувака в рейд? Он из легенд, да, оказался? Он вроде был в Dark Stars. Мне тоже оказалось, тоже его там видел. Как дела, Кампина? Привет. Ну ладно. Да, был у нас в гильдии, сам брал его, по-моему. Подожди, а как я ему написал в гичате? Ну так он во время рейда перешел, походу. Так у него в гильдии этот шаман, вы чё? А кого тебе не попросил? Шаману нужно закинуть 30 осколков лаваниров в пати. Если подумать логически, он сделает лаванир или в нём. Вот и всё. Так он не в очереди даже. Вы уже готовый, Волонир. Ты не понял, что ли, что пока что льду убиваем только мы и я с лучатом собираю, больше никто не собирает. То есть у него есть шанс попасть или со мной с лучатом в среду, или сегодня. Или все. Лаки шаман у него. Лаки шаман. Ладно, подумаем, кикнуть его с рейда или нет. Давайте чек на пол. Есть у кого-то джиус? Он стоял же. Возле костра. Кампина, что ты в легендах делаешь? Ливай оттуда, я тебе кину инвайт. Давай, брат, к нам у нас нормально. Козырь, ты тут?
Седер, раздай каски по козырю. Да, ну погнали. Так, все готовы? Занимайте позиции. Танки разбирайте. Я прослушала первого кого? Звезда. Играйте в звезду. Давайте, погнали. Танки, разбирайте босса быстрее. Разбивайте косты по возможности. Давайте. Нет, давайте. Сейчас будет каст, нужно сбить. Седер, снимай с себя глотку. Давайте, еще три коста надо сбить босса, тогда чего выйдет. Маги, воруйте рунический щит с Малгейма. Малгейм на себя повесил, увеличивает урон эта штука. Вставайте в синий кружочек, РД, вставайте в синий кружочек. Синий кружочек увеличивает урон на 50%. Только сидите за агросовым. Давайте, последний каст надо сбить босса. Вот, сбили. Все, начинаем бить Брундира. Ой, Сталилому. Кружок. По команде я скажу, когда дать сакру, гимн отхил. Если это понадобится. Седер, диспель себя. Так, по идее должен быть желтый кружок. Да, я не знаю. Отбежали. Давай сакру, гимн отхил. Гимн отхил. Не умирайте, умоляю. Раньше такого не было. Че он отхилился? Не, почему там появилась вторая синяя и типа сразу это. Не, просто. Как тебе объяснить? Потом скажу. Так, давайте бьем Малгейма, давайте рост и следите за фиолетовыми кружками. Макгрегор, уведи босса от синего круга. Так, дай номер мне. Дальше уведи, еще дальше. Сейчас появятся фиолетовые кружочки маленькие, в них ауешим прям. Сакру использовал уже? Так, руны мощи. Смотрим, где они. Руна призыва. Вот, смотрим, где эти фиолетовые кружочки, отойдите. Давайте, заливайте фиолетовый кружок. Отбежали от фиолетовых кружков и заливайте. Там еще пару мобов осталось. Становитесь в синий круг. О, видите? Ой, спасибо. Так, Компона, ты не идешь в гильдию? Тогда я тебе меняю нашего согильдейца. Что-то реально втыкаю. Я думал, ты с гильдии. Блять, только сейчас заметил, что ты с легенд. Какой у тебя ник в нашей гильдии? Лаки. Лаки? Да. Ты ж был лаки. Смысл находиться в гильдии, которой нет. Такое. Пускай твои друзья тоже в эту гильдию идут, и все. Влад, и надо кому-то. Так. Бля. Тело на хули креста, Эрдру. Спасибо. Тоже на Эрдру хули креста. Спасибо. Блять, сагрили босса, ну. Блять, кинул вот это грувчик. А кто агрит, я накину ГП. Грувер. Отлично. Уже Наня рядом стоит, не стоит, сейчас тоже ГП прилетит. Ну все, бессмертие мы не сделаем. Спасибо тебе, друг. Сука, третий КД, не могу, последний босс. Господи. До этого делал 3 КД подряд бессмертей. Так, тогда давайте сделаем другое чиво. Называется... Сейчас посмотрим. Я безоружен. Не. Или перекати обломок, или с распростертыми объятиями. Че, вайпаться надо сейчас? Ну да, надо вайпаться.
А с простертыми объятиями сложнее сделать, и там по-любому может быть смерть. Давайте, заходите, вайпайтесь. Суровый босс, да? Да. Давайте резайтесь быстрее и подходим опять сюда, будем делать... распростертыми объятиями будем делать... А это железное собрание, вот этот босс, который шары, ой, кружки под себя синие ебашит, он же не кливом, да? Что ты сказал? Ну, он кливом не бьет, да, этот босс, которого я держал, череп? Нет, не бьет. А и по идее, если я буду в этом кругу стоять, я тоже буду жестче дамажить, да? Да-да. В каком кругу? Который с ПД стоит. Но тебе не выгодно держать... босса лицом к Рейду. Потому что там милики будут стоять. А они в лицо будут мазать. Ну да. Понял. Ну, ты можешь просто танчить боссов рядом с кружочком и встать в этот кружочек так, чтобы босс не поворачивался лицом к Рейду. Зайти просто во фрейм босса. Так, ладно, давайте будем делать распростертыми объятиями. Сейчас... скажу. Вот ачиво. Нужно просто бить тело, не бить руки. Все очень просто. У кого-то есть еще танки? Давай, спекайся, будем 4 танка идти. Поочередность танкования. Давайте так, Войд, Макгрегор, Седдер и Седли. Получаете один стак, потом переагриваете друг у друга. Козырь. Ну ладно, козырь давай в ДЦ, 4 хила пойдем. Вставил рыбу. Чек на... А, давайте еще шкаф поставим. Брали сумансы, выкатили суман. Все, давайте фулл баф по рейду, я дал лапу, давайте интеллект, листобаф, каску, кулак по варам. Чмоку. Выбейся. Хорош позы. Идеален. СС на Макгрегора. А когда? Уроте СС на Макгрегора. Так, начинайте. Войд, начинай. Точечно просто тело. Тело бьем, руки не бить. Макгрегор забирай. Звезда под можно? Ну да. Там не критично будет. Макгрегор, прожмись. Хотим забирать, прожиматься, да? Да. Сан на меня пока еще не накинул этот. Седер, давай, прожимайся, забирай. Гравер за всю хуйню брал. Да как меня убило, непонятно. Все, Седли забирай. Войд, у тебя есть еще незыблемость или нет? Нет, незыблемость нет. Но есть ну, кровь. Все, Войд, забирай босса и давай козырь зубы на Войда. Сейчас потом заберет Макгрегора, Седер дашь каплю на Макгрегора. Макгрегор забирай, Седер давай каплю на Макгрегора.
Все, поднимите людей. Бэд. Киньте ей миру васабику. Так, ну давайте сейчас безумную кошатницу сделаем. Сэдли, оставайся в танке. Козырь, можешь в ШП спекнуться. Штаны на танка. То нам это все на мейн? О. Тело на РДД. Пушка. Отойду быстро. Ну давай, тогда пошли покупать. Нет, тут... Да нет, пускай будешь. Если хочешь, закупить до лока. Ну а я тебе пока тактику расскажу. Сэдли, ты будешь держать два моба, Сэддер тоже два моба. Видишь звезда, где стоит? Сэдли, ты тут? А, окей, будешь здесь держать трэш. Босса будет танчить Макгрегор. А дикого защитника будет танчить Войд. Макгрегор, будешь танчить босса здесь вот. Видишь, где звезда стоит? А мне в ретрика? Ты говоришь? Мне в ретрика? Не, в танк. Будешь держать два моба. Короче, так, смотри. Вот здесь будешь ты, блять. Макгрегор, а вот здесь босс вот так. Он будет смотреть в этот угол. А Рейд здесь стоять. Появится первый защитник, мы просто убегаем за звездой. О, видите, трэш. Сливаем дикого защитника. От лужи потом отбегаем в другую сторону за звездой. Войд. Войд тут. Ой, ты зачем ты его тут убиваешь? Ты сегодня собирал ульду? Нет. Чего говоришь? Кого где убиваю? Да все же. Я его не приводил, если что. Давайте баф. Каску приста баф. Так, босс идет, вот этот трэш не бить, он часовое святилище, бейте точечно босса. Некий защитник появляется, мы его сливаем. Давайте агрите босса. Трэш не бить, рейд встали в звезду. Отошли от мелкого трэша. Просто в звезду встали, все в звезду. Давайте рост. Трэш отведите. Берите с меня моба. И туда, за спину босса отведи трэш. Сэдри, Сэдри, разведите трэш по два моба. В звезду встали все. Сзади звезды появится луч, с него выйдет защитник. Потом зальем. Ралли, собьешь косты. Так, сейчас становимся опять под босса все. Звездочку встали, сейчас будет лучше.
половины, когда у вас много стаков баблом снимаете, слышите? Так, отбежали за звездой, все бежим за звездой и сливаем дикого защитника. Дикого защитника сыграли. Звездочка. Так, отбежали от лужи, становимся звездочку потом. Давайте гимн отхил. Веди за звездой, босса. Поднимайте танка. Анархотурист, поднимай. А, все, есть. Анархотурист, поднимай банановую. Понятно. Ну, пробуйте добить босса. Падайте. А как стаки на танках копятся? Короче, когда они ближе 30 метров друг к другу, эти 4 моба, у них баф, 3 бафа по 50% дамаги, их надо подальше друг от друга развести. Меньше не пробивать танков. Это получается баф статичный, а на танках что за добав? Стаки эти. Ну я не смотрел, надо у Кирилла Седли спросить. Ну там жмук сказал, сбрасывать баблом можно. Если баблом, может и бопом можно тоже. Но это не точно. Баблом сбрасываю танки и все. Что там еще делать не надо? Надо спросить, не сбросили они или нет. Нет, не сбрасывали ничего. Треску прожимали. Это разрыв плоти УЗВ. Скорее всего, это бопом скидывается. Это дота, которая кровотечение называется. Да, потому что дамаг 50%. На себя же боб могут кидать они? Ну тогда с них мобы уйдут, да? А еще можно Геру дать. Не было роста. Забыл. Вот, все. Куб поставьте. А сколько у нее хп? Мы ее еще как Фрею не зерканем, что ли? Сейчас зарганем. Все, отойду в толкан фасом. А СС откатились у вас? Давайте чек, ладно. Босс идет. Давайте, идите агрить босса. Вы зря сюда заявились. Разводите друг от друга мобов. Давайте рост или КД. Дайте раз, Шиман. Сейчас будет виск. Нужно будет сбить каст босс Фурики. Удар часового сбивайте. Становитесь опять под босса. Как можно дальше от трэша. Давайте опять звездочку. Подводи босса.
Сейчас после визга появится большой луч и защитник выйдет. Отбежали. За звездой идите все. Прибежали сюда все. Бейте защитника. Так, опять стали в звездочку. Так, у танка пока нормально, живут еще. Надо лук кому-то. Так, идем на Хадира. Кольцо на хила. Не смотрите внимательно под ноги, там сугробы. Не забегайте в них, оббегайте как можно дальше. Дайте каску, пожалуйста, слабо. За треугольником двигайтесь. Так, что на фрейв будем делать? Просто дергать? Кто-то что-то хочет поднять. Голова сека. Давно ничего не делали на фрейге, кстати. Так, там вырубка, прикольно, чего? Хотя так впадло ее делать, 10 минут, блин. Блин, я опять забыл, я на твоей стороне. Чего ты забыл? Так, давайте сделаем похолодание. В чем суть ачивы? Во время боя босс кидает на всех игроков дебаф под названием Трескучий Мороз. Как он вешается? Он вешается тогда, когда вы просто стоите в одной точке и не двигаетесь. Поэтому, чтобы этого дебафа не было, надо постоянно в бой двигаться. Старожила понял, что делать? Анархотурист понял? Смысл? Ты можешь про уже расскажи. Да, еще будут босс кинет две метки больших, таких как в луже у АДК, только она будет белая. Надо рядом с ней встать, подождать, пока со стены, с потолка упадет снежный ком, и забежать в этот снежный ком. Потому что если ты не забежишь в этот снежный ком, то босс тебя заморозит, провалится еще одна ачива. Мы еще будем тратить время сбивать склепы с этого игрока. Не в ретрике тут? Кто босс Олег, будет танчить? Олег, спекать с ДД, да? Да, спекать из ДД. Слава один потанчит. Дайте пристабав и каску по магам. Сейчас спекну, ману топью.
Седер каску по магам. Да, ману отпиваю, ну, бафы. Давайте, Джерин, дай баф. А чё так? Али, готов? Да, Гросс, видите, особенно под бафами. На 60% стопоте уже. Ралли, ты готов? Секунду. Зачем подождать этот датчик? Бросла. Давайте пока сугробы побьем. У них заточены НПЦ, которые дают нам баф во время боя. Наня, двигайся, Мэджик, двигайся. Двигайся, пока дебаф не спадет. Я там тебе пишу просто. Он летает, Васабик, Шанан, Зерил Прида. Ух ты, я чего получил? Как он делается? Собирать 4 бафа. Что собирать 4? Бафа надо собрать. Давайте, становитесь все в черепок, грозовая точка, вот нам пишет чувак, на мне грозовая точка. Кто-то достановится, получает там баф к хосте. Вот, видите, появились две метки большие, белые. Все, забегайте в них. Двигайтесь там, не стойте, двигайтесь. Так, все да. Даже забежали. ГЦ просто. Давайте, мас диспел по рейду. Разбежались. Ого, что по рейду дамаг проходит. Поставь просто резист, кстати. Стербан побежал, Пеппер побежал. Разбейте сугробы с НПЦ. Вон, становитесь в грозовую точку. А нет, сначала отбегите, встаньте рядом с этими кружками, все, забегайте. Забегайте в сугробы. Так, анархотуристы, рожилы не смогли это сделать. Очень плохо. Готово. Сбейте скрипы, чтобы помогут. Второжила, беги, у тебя два стака уже. Не жди, пока будет два стака, сразу двигайся. Мэджик, двигайся. Опять отбежали от меток, на границу встали, ждите, пока снежный ком упадет, забежали. Блин, не знаю, кто проводил, да. Есть какой-то аддон отслеживать это. А можно на этом боссе делать не гер режим? Вот мы всегда делаем, и всегда гер получается. А, так... Типа надо медленно убить. Сложно. Зачем тебе медленно убивать? Чтобы лут другой был? Не, я просто спросил, как сделать обычный режим на нем. Но он должен дойти до сундука, вот который рядом с которым я стою, и уничтожить его. Тогда будет обычно. Кинь накидку на ролл, что ты ее тебе. Не знаю, никому не надо было. Так ты не кинул на ролл ее, да? А я забыл, значит. Давай кому-то накидка. Защитник, кому-то надо? И зачем она нужна, интересно? Не знаю. На ДФБ. Нет, там плащи из СВК-10. Ну, если повыгодно. Посланника они не идет. 239-е. ДФБ. Топ, это на самом деле дата. Ну так и говори на трансмут. Ты посмотри на него, какой трансмут. Там привыкнуть можно. У меня это третий, у меня шикарный трансмут. У этого позже. Кто танки, пойдем через дом. Кирилл, слава. Мне нравится. Блин, так много хлама, а я не могу найти плащ.
Поддона я его себе забрал там? Да. Спасибо. Так, ладно, идем дальше. Что у нас тут осталось? Давайте сделаем вот это. Кардмод сделаем. Можно хардмод сделать без смертей. Пробовать. То же самое, что и в лайт-режиме тогда без смертей я вам показывал. Просто встать всем на рейндж. Да, все время встают и. Короче, хардмод делается точно так же, как и лайт режим без смертей. Все точно так же. Ничего не меняется. Можно еще моба законтролить. Какого-нибудь ШП. Блять, а что там пойдет? Ничего не меняется, все точно так же. Не знаю, мы уже два хардмода сделали. Тут надо ДЦ, а ДЦ у нас нету. Не, козырь же может зайти с лока. Давай, заходи. А, буду типка лучше, ты зайди. Мелики тоже в рейнджер будут становиться? Угу. Вообще там в мелизоне по минимуму вообще человек должно быть. Блин, это... Танки просто меняются, да? Да, также треугольником стоят. Блин, это будем целую вечность, наверное, бить, или мне кажется. Исключено. Моба за контроль. Мы сделали на прошлом КД. Зачем одновременно без смертей делать и хардмод? Можно просто хардмод и там убьет кого-то и ладно. Не факт, что вы все до конца доживете. Не факт, что мы добьем. Ну там типа молнии потом начинают бить сильнее. И вот в чем беда. Не, пускай мелики стоят тогда в мелизоне, будут бить. Если они умрут, тут какая разница? Все равно же они на рейндже что ли дамажат. Бля, маны нету, не агрить. Ну я просто тогда все РДД хилы встанут на рейндж и все. Ну а милики, если умрут, то несущественно. Вон, ралли, заходи на ханта. Сейчас заходить, что? Короче, если вы сейчас, смотри, если вы сейчас долго будете собираться, то трэш это треснется, все эти змеи там и так далее. Поэтому быстрее как-то делайте все. Давайте, кто пойдет в комнату, плюсики поставьте. Ну я могу. Дайте фулбафу престол. Три танка здесь, да? Да-да-да. Хорошо, Макгрегор, спекайся в танка. Макгрегор, Седр, остаете здесь. Войт, пойдешь с нами. Войт, я, Манелтер, Вуди Аллен,